Репчики, прикиньте, это возможно, у каждого будет опасная болезнь в рулбоксе, если не соблюдать определенные правила. Вот смотри, допустим, на примере этого куста, это болезнь кладоспориоз томата. Распознать на первых этапах очень ее трудно, так как она изменяет цвет внутри стороны листа, прикинь. Смотри, что с ней происходит. Фу, вот эти споры, короче, трогать, фу. Короче, споры нежелательно, потому что эти споры оседают на стенке, вот здесь, везде, короче, на руках, на шмотках, везде. Это опасная, короче, болезнь. Твой куст может просто кряхнуть от этого. Образуются бледные вот эти вот участочки на листике, которые постепенно становятся бурыми. Со временем на внешней стороне листа появляются желтые пятна, которые по мере распространения инфекции темнеют. И весь кустик просто усыхает. Это долгая болезнь, такая вот, как бы, знаешь, инфекционная болезнь. При этом плоды не завязываются. Только вот те, которые успели завязаться, пару плодов, и все. Вот это вот, считай, весь куст больной. Начинает так же самое листья снизу болеть, и его тоже отсыхают. Посмотри, запомни, это опасная, страшная болезнь. Но есть шанс его вылечить фундазолом. Попробуем, конечно, размешать его. Если что-то будет, ну, тогда все. Храни тебе, Джак, кустик. Подпишись на каналчик, посмотри, что с ним будет. Обнял, приподнял, целую.